Сергей, с вами компания Федорова, и сегодня мы сделаем обзор нового лодочного пульса. На первое, что вы обратите внимание, это изменилась конструкция самого прицепа. Первое, что мы изменили, это носовой упор. Носовой упор стал более универсальным. Его теперь можно использовать под резиновую лодку, риб и водный мотоцикл. Дышло у нас стало более треугольной, добавились накладки для того, чтобы оно было более жестче. Изменили также ложементы. Ложементы у нас стали более длиннее и шире. Изменились у нас подножки. Мы их сделали более шире для того, чтобы удобно было на них вставать. Добавили подножку возле трапа. Трап у нас стал шире и съемный. Вот такой у нас был обзор прицепа. С вами был Владимир Федоров. Удачи вам на воде и на дороге.